результаты. Я наконец-таки наладила режим, стала вставать уже спокойно, хорошо и при этом высыпаться. Вот, сейчас уже сделала себе макияж глаз, сейчас буду переходить к лицу. И хочу вам рассказать о своем уходе и подготовке кожи перед макияжем, потому что очень многие, кто спрашивал, вообще, наверное, скоро будет Get Ready With Me. Но сейчас такая небольшая часть его. Совершенно случайно наткнулась на бренд косметики Геодемика на Wildberries и заказала у них очень много, на самом деле, ухода. Вот, он достаточно бюджетный и при этом очень круто влияет на кожу. На постоянной основе использую вот такие вот сыворотки. Это сыворотка с липсинг-эффектом. И классическая сыворотка must-have абсолютно для всех. Это сыворотка с гиалуроновой кислотой. И огромный у них плюс, что они не оставляют липких следов после нанесения. Баночки на самом деле максимально никак не выделяются, но то, что находится внутри, просто потрясающе. Так что let's go наносить на лицо. В последнее время прям очень часто использую сыворотки. Нравится, что после высыхания не остается никакого липкого следа. Также у Геодемика просто чудеснейший крем-биоревитализатор. Очень круто увлажняет и питает кожу. Так что обязательно его использую утром и вечером и также наношу перед макияжем. Праймер очень хорошо подготавливает кожу перед нанесением тона или же консилера. Кремовые продукты не только ложатся хорошо, но и тем самым макияж становится более стойким. Кожа уже выглядит супер сияющей, супер гладкой, она в целом выровнялась, вы можете это заметить. Так что ждем теперь, когда я наконец-таки сниму Get Ready With Me, который вы очень-очень долго просите. Ну а пока поделилась с вами небольшими шагами своего ухода. Если кому-то будет интересно, то оставляю ссылочку внизу в описании на страничку Wildberries бренда Геодемика. Куджам! Куджам!
Thank you.
Всем огромный привет, всем доброе утро. В общем, сегодня я встала в 9, очень много всего успела сделать за утро, но решила перед выходом быстро доделать видео, которое вы уже, кстати, посмотрели, скорее всего. Вот, кто не посмотрел, то обязательно приходите, смотрите. Вообще, я уже задолбалась монтировать, мне уже плохо, я уже не могу. Меня спасает только кофе. Кстати, зацените эту кружечку, которую я слепила еще когда? 11 февраля, там просто подписано. Супер эстетично. Пью карамель макиато. Раньше всех. Представляете, такое бывает, чтобы мы приехали раньше всех. Быстро. Обычно мы опаздываем на 2 часа. Сегодня пришли за 20 минут. Да. И в итоге сейчас всех ждем. И я. Будем кушать. Посмотрите, какой Маша мне принесла подарочек. Супер эстетик. Look at this. Thank you.
Мы приехали в очень классный китайский ресторан, в котором одни китайцы, и я тут одна русская, и мне неловко, а она в своей тарелке. Я 代表我们东方九和全员工啊，送给你们勇。